Всем добрый день, и сегодня я вам покажу свой заказ из компании Yves Rocher. Очень давно у меня не было заказа из этой французской компании, но наконец-таки мне пришло хорошее предложение на почту. Я воспользовалась и получила очень много подарков, и давайте же посмотрим, что же мне пришло. Сейчас мы с вами все это дело вскроем и посмотрим вместе. Заказ, конечно же, у меня был сделан ради парфюма, потому что, конечно же, в Yves Rocher я в основном пользуюсь только парфюмом. Иногда раньше я заказывала гель для душа, но потом, конечно же, перешла в, собственно говоря, в другую компанию, да, и стала делать заказы там. Вот. Но хотя периодически я даже покупаю гели для душа и в масс-маркете. То есть у меня каких-то особых предубеждений на этот счет нет. Итак, давайте же посмотрим. Я все-таки думаю, что я сейчас уберу коробку, потому что она мне очень мешает в кадре. И вообще не очень удобно вам все показывать и рассказывать. Здесь у меня очень много всего интересненького. Я сейчас, наверное, начну все-таки с подарков. Хотя нет, с подарков сейчас не будет. Подарки я отложу и покажу вам чуть позже. Ну и давайте начнем. Собственно говоря, самый главный товар в моем заказе — это, конечно же, парфюмированная вода. Я вам обязательно вставлю ссылочку на видео, где я покупала из этой же серии парфюмированную воду. Вот, и вы сможете тоже посмотреть. Итак, давайте начнем. Надеюсь, хорошо будет видно. Замечательно фокусируется, все отлично видно. Итак, это водичка Celle d'Azur. Здесь у нас с вами 100 миллилитров вода. Я беру в таком объеме первый раз. И давайте мы сейчас все с вами распечатаем. Все приходит запечатанное в слюде. И сейчас мы с вами разберем нотки аромата. У меня был, честно говоря, сейчас я распакую и расскажу вам. У меня, конечно же, был выбор между водичкой взять Celle d'Azur, либо Sublé Fauve, если не ошибаюсь, как-то так читается. Но я поняла, что в моей коллекции, которая сейчас на моем столике, не хватает свежих цитрусовых ароматов. И, конечно же, я приобрела Celle d'Azur. Автор этого аромата — Мари Саламань. И здесь на сайте можно, конечно, найти описание ноток. Сейчас я посмотрю, есть ли здесь что-то. Да, здесь у нас указано описание. Можно тоже посмотреть, поставить на паузу. Тонкие соленые ноты звучат среди свежести сочной цедры грейпфрута и сплетаются со смолистыми аккордами кедра. Ну и, как я уже сказала, парфюмер Мари Саламань. Но в описании на сайте я нашла, что там еще есть ветивер. Итак, давайте же рассмотрим наш аромат. Все здесь очень красиво упаковано. Так, мы видим с вами абсолютно простой дизайн. Вот здесь вроде бы хорошо фокусируется. Сейчас я все это уберу. Солнышко яркое. Вот такой вот парфюмчик. Он абсолютно простой. Но, конечно же, я хочу сказать, что я уже покупала. Ссылочку, опять повторюсь, поставлю в это видео. Очень мне понравилась стойкость этих ароматов и их многогранность. Несмотря на то, что в аромате указаны три ноты, но мне кажется, что там, конечно, другие нотки тоже присутствуют, за счет которых просто этот аромат держится очень долго. Не только этот аромат, а все ароматы из этой линейки. И давайте же я покажу вам пульверизатор, сам крышечка. Крышечка, кстати, достаточно плотная, такая толстенькая, хорошенькая, не хлипенькая. Ну и пульверизатор пластиковый.
или нет. Металлическая вот эта штука, а это пластик, конечно же. И сейчас вам расскажу о своих впечатлениях. Первые нотки мне, конечно, напоминает, знаете, действительно такой вот лимон с грейпфрутом. Ой, очень приятно пахнет, конечно. Но сейчас посмотрим через 10 минут, какой будет аромат. И давайте все-таки пойдем дальше по нашему заказу. Конечно, у меня были ароматы Hermes марки, и чем-то, конечно, он мне напоминает Hermes-овские ароматы, тоже очень приятные. Посмотрим, насколько данный заявленный аромат будет раскрываться, насколько он раскроется, да, действительно, и сколько он будет держаться. Надеюсь, что покупку 100 мл, в общем-то, этот аромат оправдает. Ну и давайте дальше посмотрим. Постараюсь, конечно же, фокусировать. Наверное, из кадра буду убирать, потому что мешает все. Так, и, конечно же, что именно было еще куплено именно в самом заказе. Это новинка. Это гель для душа. Положу здесь, пусть лежит. Это гель для душа My Kiwi Kiss. Здесь у нас с вами 200 мл, это новиночка, сезонная новиночка. Как вы знаете, что все эти гели для душа очень концентрированные, компания Yves Rocher давно перешла на маленькие даже форматы. Если я не ошибаюсь, даже есть 100 мл для поездки, как раз таки идеальный вариант. Ну вот такой вот гель для душа, 200 мл, очень, собственно, концентрированный. Его вообще нужно совсем капельку нанести, и, конечно же, они очень хорошо пенятся. Ну, мне аромат не совсем понятен, сейчас я постараюсь посмотреть, но вообще тут написано, что это с ароматом киви, с ароматом киви. Он хорошо, приятно так пахнет. Думаю, что в душе, конечно, он себя проявит. Так что вот такая вот новиночка. И теперь хочу вам рассказать о... Так, нет, что-то я еще заказывала. Что-то я еще заказывала, да. Также я заказала, это все мой заказ, вот такие вот маленькие гелики для душа. Кстати говоря, они все-таки, я ошиблась, не по 100 мл, по-моему, 100 тоже есть. Вот такой вот маленький 50 мл. Тоже концентрированные гели для душа. Это из ограниченной коллекции, которые когда-то были в компании Yves Rocher, но они сейчас, в принципе, тоже есть. Это у нас... лимитированная коллекция «Ягодная фантазия». Вот такой вот маленький гель для душа. Кстати говоря, самое интересное, что у 50 мл баночка открывается, вот таким вот образом. Ну, пахнет очень приятно такой «Ягодная фантазия». Действительно, не слишком такой приторный и легкий такой аромат. Вот, и второй гель для душа, это у нас зимнее яблочко, тоже лимитированная коллекция, зимняя, которая была. Вот таким вот образом все это и выглядит. Пряное яблоко, да. Но открывать уже не буду, я думаю, что многие из вас наверняка уже пользовались действительно данной линейкой и... могут даже оставить свои впечатления. Так что заказ мой составлял как раз таки вот состоял из вот этих вот четырех товаров. И давайте посмотрим, что же компания мне прислала в подарок. Компания, конечно, расщедрилась, прислала мне очень много товаров. И давайте по порядочку. Первый подарок — это был крем для рук из той же линейки «Ягодной фантазии» Midnight Berries. Мне очень нравится, как называется этот крем и вообще эта линейка Midnight Berries. Midnight — это вообще, если не ошибаюсь, переводится как полуночная, вот, все, что связано с ночью. Ну, кремушек достаточно приятно пахнет, так же, как и «Ягодная фантазия» здесь у нас с вами. Сколько миллилитров?
что-то я не вижу объем. 75 миллилитров здесь у нас в этом кремушке. Вот, крем для рук мне сейчас нужен. Ну, даже сейчас я, кстати, очень редко им пользуюсь, но на осень, я думаю, подойдет. Вот, так что это как раз-таки линеечка у меня уже практически в сборе. Следующий подарок, который также мне преподнесла компания Yves Rocher, это, конечно же, еще один гель для душа. Но, правда, это, конечно же, приобретенное мной, но, да, в мою коллекцию гель для душа. Это у нас с ароматом гамомелиса. Нежный гель для душа, чувствительная кожа. Здесь, по-моему, у нас 300 миллилитров этого геля. Я помню, когда-то у меня был такой именно шампунь гамомелис, очень хороший, кстати говоря, и он мне очень тоже нравился. Так. Следующий подарок, который также мне преподнесла компания Yves Rocher. Я сейчас покажу вам такое более-менее то, что в маленьком формате, и уже перейдем к основному. Так, пробнички. Пробнички, конечно же, компания всегда вкладывает. Это у нас тональная основа, оттенок беж. Так, крем антиэйджинг и Plain Soleil. Кстати говоря, вот это такой же аромат из этой линейки. У меня был уже в пробничке в таком варианте. Кстати, мне он тоже нравится. Он достаточно сладкий, но я бы его использовала исключительно на осень, на холодное время года. Так, и последнее, тоже не менее приятный. Нет, предпоследний подарок. Это, конечно же, туалетная водичка Manoy. И она переводится у нас, в переводе на русский, на летней волне. Здесь у нас тоже 100 миллилитров. Читала на сайте очень много отзывов об этой водичке. Кто говорит, что стойкая, кто говорит, что не стойкая. Зашла на сайт, посмотрела нотки, не совсем поняла, что за нотки в этой воде. Но давайте посмотрим и попробуем нанести на тело. Так, ну, первое, во-первых, впечатление. Аромат очень классно смотрится. Это у нас стекло. Вы можете видеть, как переливается. Такой, знаете, нежный цвет загара, я бы даже сказала, такой бронзовый. Очень удобно держать в руке. Вот, и давайте же я немножко вам о нем расскажу. Так, я нанесла его на тело, сейчас мы будем смотреть за его раскрытием, но первые нотки для меня вообще пахнет какими-то цветками иланг-иланг. Причем, знаете, в компании Yves Rocher был раньше гель для душа такой, помните, не помню серию, такая маленький гель для душа, там было с арбузом, иланг-иланг, с камелией, по-моему, что-то тоже есть. В общем, вот пахнет мне цветами иланг-иланга. Возможно, этот аромат в себя включает какие-то такие цветочные нотки. Вот, поэтому сейчас мы посмотрим, как он раскрывается. Но я в любом случае очень рада данному подарку, потому что вот, ну смотрите, то есть мне компания подарила раз, два, три, и еще четвертый подарок сейчас я вам тоже покажу. Я думаю, что это очень приятно, особенно парфюмчики, потому что я парфюмчики очень люблю получать в подарок. Я думаю, что, как и все остальные девушки, женщины меня поддержат. Все-таки это приятные сюрпризы, особенно к летнему сезону, поэтому и к сезону отпусков, либо к дачному сезону. Это очень выгодный вариант. Итак, сейчас я вам немножко расскажу про свои впечатления о водичке Celle d'Azur. Вы знаете, для меня сейчас пахнет, уже выветрился немножко, конечно же, сам аромат. Чувствую больше ветивер и отдаленные нотки кедра. Неплохой аромат, но мне почему-то казалось, что больше будет вот это вот цитрусовости, если правильно сказать. Вот, именно такой вот, он, конечно, да, свежий аромат, но чтобы сказать, что он прям цитрусовый, пока я не могу. Ну, буду тестировать,
И уже в следующих заказах я, конечно же, вам расскажу об этом аромате, когда протестируем. Так, ну и про Маной. Да, он, знаете, такой, на мой взгляд, такой немножко вот эти вот цветки иланг-иланг, такой вот пудровый какой-то аромат, такой очень приятный, кремовый, я бы даже сказала, не в плане тем, того, что он пахнет каким-то приятным кремом, а именно, знаете, какой-то вот пудрово-цветочный аромат, очень нежный, приятный, конечно, поэтому... Спасибо компании Фреше, конечно, за такой подарок. Ну и пока у меня не закончилось время по записи, я вам покажу последний подарок, который мне компания преподнесла. И, конечно же, сейчас камера немножко засветлила эту сумку. Даже не знаю, как правильно вам показать. В общем, сумочка для пляжа. Она очень большая. Давайте я вам ее покажу. Сумка Happy Summer. Вот с такими вот красивыми золотыми ручками, золотистыми переливающимися ручками. Давайте посмотрим, что это у нас за сумочка. Сумка пляжная модель. Можете поставить, попробовать на паузу, если вам видно, честно говоря, очень плохо здесь. Так, размер 53 на 20 и на 41 сантиметр. Состав материала, верх и подкладка 100% полиэстер. В принципе, данная сумка абсолютно неплохая. Я думаю, что с ней можно даже ходить в магазин, хотя можно и на пляж. Ну, давайте попробуем ее рассмотреть. Подкладка сумки сама белая, и она имеет односекционное отделение. Итак, продолжаем с вами смотреть сумочку. Внутри, как мы с вами видим, у нас есть подкладка, достаточно качественно сделана. Сейчас постараюсь вам показать. Здесь все прошито, если вы видите, с одной и со второй стороны. То есть здесь, наверное, диаметр... Ну, не диаметр даже, а именно ширина дна, ну, не знаю, сколько составляет, наверное, сантиметров 20 точно. Сумка очень огромная на самом деле, но она удобная, потому что в нее можно действительно положить полотенце, в общем-то, средства для загара. И я бы даже сказала, что можно и положить сменную одежду, то, что вы оденете после пляжа. Она очень большая, эта сумка, я не знаю, это просто... Я первый раз, честно говоря, вижу такую именно большую пляжную сумку. Ну, может быть, конечно, не первый раз именно, да, когда-то, может быть, я и видела, когда в магазинчиках местных продаются такие сумки, но именно... Такой именно пляжной, такой вместительной, огромной сумки у меня, конечно, не было. Ну и вот мы сейчас с вами можем как раз-таки посмотреть то самое дно. Вот, дно, именно ширину этого дна. Очень хорошая ткань, мне кажется, она даже особо и не промокает. Интересно, если кто-то уже воспользовался и получил такую сумку в подарок, расскажите, если вы носили в ней мокрые вещи, полотенце, были ли видны следы на этой сумке? Очень даже интересно. Вот, я знаю, что компания Yves Rocher, конечно же, дарит и несессор там для косметики, ну, такой, знаете, как для косметики несессор такой, в общем-то, ну, косметичку такую. Но она мне, в принципе, не нужна, потому что у меня есть косметички, а вот такую вот сумочку, конечно, приятно получить в подарок. Ну, и давайте я еще вам расскажу об одном условии. Так, сумочка едет. Об одном условии, да, это, собственно говоря, компания мне прислала вот такую вот листовочку. Здесь мы уже с вами видим, что в компании появился твердый шампунь для волос. И, кстати говоря, сейчас очень популярны стали именно твердые шампуни. Раньше, я помню, был очень большой спрос, многие масс-маркеты и, конечно же, крупные сетевые компании
тоже производили сухие шампуни для волос, но вот теперь, собственно, твердый шампунь вы можете видеть. Кстати, кто пользовался, даже если не Ив Роше, то расскажите, пожалуйста, вообще ваше впечатление, годится ли он для сухих волос, для окрашенных, вообще есть ли в этом толк. Ну что ж, это был мой небольшой заказ из компании Ив Роше. Всем хороших выходных, всем пока-пока!